Так, все немножечко нервные, потому что едем поздно. Непонятно, когда приедем. Ну, особо нервные. Не знаем, кто у нас. Ну что, Лёха, скажи интервью. Ну вот, наконец-то все. Вырвались из плена. Ага. Казаков. Смотри, есть таких. Вот. Замечательно. Один есть еще такой на резиночек. Угу. Русских. Так, ну у нас поместится все. Должно. Ай, улыбается. Пашка. Не трать на меня энергию. Да ладно, мы чуть-чуть сейчас поснимаем. Так, ну а меня будет там типа. Ура, командору! Гиб-гиб, ура! Слава! Слава ему! Слава мне! Изобразительные ли силы его таланты или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал. Но Иисус у него получился совершенно живым. Некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус. Берлиоз же хотел доказать, без комментариев, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош, а в том, что он был. Ну что, мы наконец-то вырвались, да? Андрес, нет еще? Я бы это прямого отношения не имею. Ну, в Москве я чуть-чуть в стороне от того места. Ты утверждаешь? Места. В Троице Лыково это вот, это мы туда должны были. Все правильно, короче. Вот, правильно, короче, едем, мы да? Должны, да, мы должны были бы сейчас выехать вот оттуда, с той деревни. Если бы Леша показал Мананин дом, я бы показал, как выехать там. Там такая деревня. Понятно. То есть мы сейчас едем правильно. Да. Ура. На финишной прямой. Вот такая вот у нас дорога. 14 километров нужно проехать. Че же не видно? А че это у нас свет горит? А я тебя снимаю. Вот так вот, за рулем. Нормальная картина, да? С сигаретой, с бутылкой. Как шашлык? Нанизывается. Нанизывается? Давайте ведерко не будем выкидывать. Я его завтра помою утром. Маловелки. Я более короткий, а на дни помою. Но я не выкидываю. Ну что, мы очень удачно спрятались в складках местности. Нас здесь никто не обнаружит. Машина рядом приезжает, все видно. Да, ну, сейчас посмотрим. Нет машины, вижу, она меня. А они нас не успевают заметить. Угу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри. Точно. Но ночью нас видно не было. Ну еще бы. Ночью там никто и не ходил. Я съел только что. Я бы еще съел, но уже сыт на то. Я должен себя снять. Да. Ну давай, если снимем. На, уже снимает он камеру. Галь, перестань скорее. Будешь артисткой тогда. Чего? Еще чуть-чуть.
Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И тебя с ними не нет, пристань, а потом опять упадет. Привет! Нет, так тебя не увидит. Почему не увидит? Увидит. Это значит неправильная камера, раз не увидит. Вот, там кукушка. Там что, болотце уже нашли? Палатка командора, палатка его младшего брата, а это палатка Лёши. Ганя Галыч. Отпускать? Да. Вот такой у нас хреновый май. Майский поход. Но это только начало. Все будет хорошо. Скоро выйдет солнце. Спасибо, не до снег. Дождик всего. Смотри, как замечательно на улице. А, красота. Что говоришь? Ночью по реке. Хорошее предложение. Когда ясная и холодная погода. А днем будем отсыпаться. Так. Ноги намочены. Так, расстегнуться. Пашки вышли до распорки. Кого да. Повесить на распорт? Ленку. Что у него там капает? Угу. Куда? Куда заползаешь? А кто за все это ответит? Командор. Палатки выдержали испытание дождем. И даже вот этот гробик. Костер разожжен, дождь кончился. Сухие дрова есть. Кто-то сообразил утром, что нужно положить под машину бревна. И это слава был командору. Слава командору. Слава мне! И зачем открыла окошечко? Вот. Слава мне! Лёха выбирается. У меня, наверное, вот такое лицо. Большое. Ну-ка, давай посмотрим в камеру, какое у тебя лицо. Помещается. Помещается пока. Не говорите в камеру, какое у него лицо. Нет, самое главное, что человек ни грамм уже не выпил вчера, да? А то же все равно вот так. Это же... пей, не пей, это без разницы. Это типа акклиматизация. Ну, насчет неграмотно мы промолчим. Кипит-то только на запах. Все остальное у тебя свое. И дурь, и морда. И отечность. Цветочки. Самое яркое.
Я не причёсана. А ничего, ничего, ничего. На фоне цветов. Везде цветочки. Самый крупный. Вот, смотри, вот этот. Фотку можно будет потом сделать? Ну, мы наконец-то на воде. Ты снимаешь? Я снимаю. Позируйте. Так, я не слышу. Слава командору. Слава командору? Ура! Хорошо идете. Вам также. Здесь, Пашка, повернись ко мне. О, отлично, Людка. Ты меня видишь? Ну и правильно. Все, начало маршрута. Я могу вытянуть. Больше расстояния. Леш, да-да. Скажи что-нибудь историческое. Историческое? За жизнь? За нашу? Историческое, я скажу. Не знаю. Говори. Титаническую любовь к жизни. Что мы все-таки сделали это. За Пашку, что все-таки он переломал себя. Он героический герой. Не поедет. Ура! 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 Троекратное. Гип-гип! Ура! 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 Белогвардейч. Вот такая замечательная река. Догоняют. Тишина и покой. Смотри. Взбесилась. Мы, наверное, ее глубже тут. Поплывете, наконец? Мы, наконец, плывем. Вперед. Лихие байдарки. Ну, это фигня по сравнению с тем, что будет дальше. Там, правда, я снимать не смогу. То есть ты думаешь, это плотина бобров? Бобров. Да не таскали досок из деревни. На воду зачем? Не, ну кто-то нырнул здесь конкретно. А вот кто нырнул. А где наши? Вон там стремнина впереди. А вот остров хороший. Где ты видишь остров? Так, ладно, готовимся. Готовимся пройти вон ту стремнинку. Пойдем, мы пройдем, потом гоню за ней завтра. Ждем отставших. Да, они могут пойти слева. Не, слышу голос. Лёхин, по-моему. Галкин. Ну, Галкин-то всегда, это фон. У меня уже ушат. А я думал, мне кажется. Лёха!
Ладно, давайте выплывать тогда, что ли. Куда? Ну, куда? Куда? За остров? Да, остров обогнем, там-то мы встретимся. А то они нас обгонят и... Я не видел, чтобы они проплыли. Нет, а вдруг мы отсюда не увидим? Нет, мы отсюда можем не увидеть. Мы поплыли тогда. Нет, не должны. Они, наверное, поломались где-то там. Может, отсюда на берег какой-то там выходит?